близкое подразделение. Надежда! Да. Что, командир дивизион, что ли, по-моему, стал застройка впереди всех? Твои все проверяют! Где вы, РТ? Я вот там, на дивизии, бегать они. Михаил Михайлович, так, собственно, состоялись спуски, состоялись учения. Какой итог, расскажите? Итог положительный. Мы очередной раз подтвердили высокую надежность ракетного комплекса «Искандер». Буквально, если можно сказать, не сутки, а за часы была создана группировка ракетных войск в этих суровых условиях. Задачи справились. В этом году исполняется 70 лет со дня освобождения Советского Заполярья от немецких фашистских захватчиков. В октябре месяце была проведена в 1944 году Петсамо-Киркенесская наступательная операция. Вот в таких же тяжелых условиях наши прадеды, деды, отцы успешно выполнили задачу. Поэтому считаю, что с задачей мы справились. Весь личный состав ракетного подразделения успешно выполнил задачи. И дальше будем совершенствовать боевую мощь ракетного оружия. Супер. Спасибо огромное. Спасибо.